Привет, уважаемые подписчики и гости моего канала. Тема «Велосипед. Задняя перекидка». В этом сериале, как говорится, мы рассмотрим две перекидки. Вот такого типа первая, вторая вот такого типа. Начнем с этой перекидки. В конце, как говорится, сериала мы сравним эти две перекидки и сделаем вывод, какая лучше. Скажу сразу, я не специалист в этой технике, как говорится, ставлю только первый раз. Люблю вникать в такие вот детали и разобраться, как оно все это дело действует. Буду рад, если хорошие мастера могут чего-то добавить и подсказать. Мы имеем 7 шестеренок. Данная перекидка служит для того, чтобы перекидывать вот эту цепь на всякообразные шестеренки. И мы можем двигаться с большой скоростью. На большой шестеренке мы можем двигаться с меньшей скоростью, но преодолевать большие препятствия, то есть бугры всякообразные. Задача любой перекидки — перемещать вот эту звездочку вдоль вот этой кассеты. Вот так вот. Для механики это движение очень простое — перемещать вот эту звездочку вдоль кассеты. Но здесь имеется одно условие. Вот эта вот звездочка должна быть постоянно вертикальная. Она должна в одной плоскости всегда находиться. Вот потому-то этот механизм имеет множество деталей. Разные конструкции отличаются способом перемещения вот этой звездочки. И немножко отличаются регулировками. Данная конструкция состоит: один шарнир пружинный, второй шарнир пружинный, третий шарнир пружинный, четвертый шарнир пружинный. Здесь можно сказать, что по паре, не по паре. Здесь пара, и тут пара. Пятый шарнир пружинный. Натяжка цепи. В данной конструкции этот механизм крепится непосредственно на ось. В этом варианте крепится вот за счет такого уха и вот этого кронштейна. Так называемого петух. В данной конструкции для параллельного или вертикального перемещения вот этой звездочки применен четырехугольник. Раз, два, три, четыре шарнира. Этой конструкции используется также четырехугольник, но здесь немножко похитрее сделано. Давайте посмотрим, почему именно четырехугольник применен. Значит, если бы не было бы четырехугольника, то был бы такой простой рычаг. Вот это вот, представим, что вот эта шестеренка, вот эта коробка спичек, то у нас бы вращение было вот такое, и вот эта плоскость, видите, она меняется. А четырехугольник вот эту плоскость не меняет, она постоянно остается параллельной. Кто знает хорошо геометрию, вполне представляет это дело, что четырехугольник вот таким вот образом работает у нас. Принцип четырехугольника вот такого, или другого немножко, значит, используется и в домкратах для машин. Очень хорошая вещь. Для перемещения этого механизма у нас, значит, имеется вот такой переключатель. Называется рипса. Вот здесь вот 7 скоростей. То есть мы просто-напросто тросик натягиваем сюда, а потом его отпускаем. Тросик пропускается сюда, вот он у нас вышел, и вот здесь закрепился. В каком положении его закреплять надо? Это вывод. Его необходимо у нас закреплять, когда он послаблен. А послаблен у нас бывает, когда он отпущен. Отпускаем его. Ставили тросик, провели через эту беду, закручиваем его. В этом положении фиксируем здесь. Этот ход у нас остается, это для последующей натяжки. То есть у нас запас натяжки вот такой вот еще будет. Перед самонастройкой вот эти два винта, этот винт ограничения вот этого выхода, а этот ограничение на колесо выхода, мы их просто пока отпустили. У нас тросик поставили в нужном месте, мы можем еще у нас регулировать. Теперь у нас остается, как его поставить, то есть так, так, так или так. В данном случае, как он крепится на эту ось, в каком положении. Эту гайку я отпустил, теперь я его могу двигать. Итак. Ну, понятное дело, значит, у него вот это положение упирается уже. Значит, нельзя здесь, видимо, дальше надо, да? Это одно положение. А второе положение у него возможно съесть аж вот сюда куда-то. На максимум поднял и немножко подзафиксирую, чтобы было видно.
Вот в данном случае мы видим, что этот шарнир уперся у нас уже, видите, значит, не здесь уже. Опустим немножко его, чуть послаблю его, вот так вот, и вот в этом давайте положение поставим. Не упирается уже здесь, вот, то есть, в принципе, где-то вроде по этой оси правильно. Вот отсюда, отсюда мы можем его разрезать, но смотрим дальше. Немножко послабим опять его и покажем полное движение, которое он может делать. Итак, я поставил максимально вот это верхнее положение его. Значит, получается, когда мы его перемещаем в ту сторону, то эта шестеренка приближается, упрется уже в шестеренку. Вот эта штука упрется в шестеренку. Итак, у нас круг немножко, как говорится, сужается. В этом положении, в крайнем, шестеренка находится здесь, эти находятся здесь. Он свободно может туда двигаться. А вот в этом положении, когда мы его вот сюда вот, например, далеко поставим, то он уже при движении, видите, раз, и упирается в шестеренку. Что не есть хорошо, конечно. Вот это положение, видите. То есть мы не можем здесь его поставить. Будем, значит, его ставить в другом месте. Круг еще сужается. Вывел в это положение, когда эта шестеренка почти касается вот этой шестеренки, кассеты нашей. Мы не можем здесь тоже поставить. Надо дальше его ставить. То есть поворачивать сюда его. Разворачиваем. Вот примерно здесь он может находиться. Смотрим. То есть запас хода есть, и здесь зазор у нас имеется. Вот это в этом положении получается. Вот отсюда, вот до сюда он становится при данной длине цепи. Итак, я немножко пропустил. Это все мы делали при установке на среднюю звезду. Значит, мы в эту сторону можем двигать сколько хочешь, но единственное, что значит оно, чтобы не цеплялось вот рамы. Во всех положениях, на всех звездочках, то есть нижние, средние и это самое, и верхние. Эта штука не должна цепляться за раму. Вот это положение, крайнее в эту сторону, повторюсь, при данной длине цепи. Значит, мы имеем, значит, право ставить, когда вот это, значит, у нас эта шестеренка, где-то сантиметр примерно не доходит еще до самой большой звездочки кассеты. Но это на среднем у нас. А если мы на большую поставим звездочку здесь, то она еще будет у нас, типа, цепь будет короче, потому что там шестеренка, значит, больше. Итого, значит, получается, нам надо на верхнюю поставить звездочку, здесь на верхнюю поставить, и определить вот это максимальное положение, куда мы можем подвинуть в эту сторону. Вот, но я думаю, по максимуму это не надо никогда ставить, надо всегда серединку выбирать. Итак, значит, я выбрал, значит, вот примерно вот здесь вот ее. То есть, я в интернете тоже смотрел, там ребята писали, значит, здесь вот 2 сантиметра, там, 4 сантиметра, ну примерно вот я вот так вот поставил, вот, и у меня вот получилось в принципе нормально. Затягиваем это дело. Подзатянул сюда, все зафиксировано. Такой важный момент я вот столкнулся. Значит, вот эта плоскость вот этой рамы должна четкая быть. Я буду регулировать на средней звезде. Здесь ставим на 7-ю скорость, то есть прослабляем полностью тросик. Есть 7-я. Вот я вижу, что тросик здесь немножко так прослаблен, слабой, значит, у нас имеет небольшую, надо, но не надо, не знаю. Здесь у нас закручено вот этот регулятор полностью до конца, пружина полностью у нас сжата. А этот максимально, значит, выдвинут тросик, здесь закреплен. Пробуем переключать. А сюда не переключает, не хватает хода. То есть мы тут уже поставили вот на первую, а на самую большую шестеренку еще не доходит. Для этого надо тросик укоротить, вот этот тросик. Послабляем вот этот тросик, за счет чего? За счет того, что мы здесь эту перекидку ставим на семерку. В левую сторону. 2 оборота я сделал, 4 оборота.
Есть. Регулировкой, значит, натягиваем тросик. Пробуем. Есть, перескочила, но есть. Нормально стоит. Есть шестая. Сразу перескочила на две. А сюда не хватает. Чуть-чуть она пытается, но не перекидывается. Надо не натянуть тросик. Надо сбросить сперва. На седьмой, чтобы он свободный у нас был. Есть. А теперь у нас свободный, можно его крутить. Я выкручиваю этот регулировочный винт и натягиваю тросик. Есть, ну где-то 1,5 оборота. Пробуем. У нас 7-я скорость. Идем на первую. Хочет, но мало. Сбрасываем его на седьмую скорость. И что надо, значит, натянуть еще тросик. Значит, откручиваем еще на 1,5 оборота. Вот так вот. Есть. Так, пытаемся, значит, перейти на первую скорость. Поехали. Опа, есть. Хорошо вроде бы. Теперь назад давайте попробуем. Перейти на 7-ю скорость. Все, дальше хода нет. На это не прикидывается. То есть не хватает хода для того, чтобы включить все 7 шестеренок. И из этого я делаю вывод, что мой данный механизм при данной длине цепи может свободно справиться с 6 передачами. То есть я могу выбрать, чтобы она перекидывала с 7 на 2 или с 1 на 6. Я выбираю с 7 на 2. Для этого мне надо, чтобы эта шестеренка уходила от колеса. А чтобы она ближе уходила от колеса, нам необходимо послабить этот тросик. А чтобы его послабить, его необходимо закрутить. Вот что мы и делаем. 1,5 оборота закрутим.
и попробуем. Так, поехали. Опа. Еще надо, значит, послабить. Уходим назад. На седьмой переключаемся. Тросик послабляется. А на эту, видите, не вышел. На седьмую скорость. Значит, нам необходимо тросик еще послабить. Закручиваем. Два оборота. Поехали. Пытается на первую, но не хватает, а нам она не нужна. Чтобы она там не заленчала, то нам надо еще ослабить тросик. Берем и закручиваем. Еще пару оборотов. Извиняюсь, тут надо сбросить этот самый на сильную скорость. И здесь теперь мы его закручиваем еще туда. На пару оборотов его. Вот так вот. Закручу, пробую. Камеру вот так вот немножко поставим, чтобы не было. Так, поехали. Вот, сбросилась, да? Так, ну теперь наверх смотрим. Там змея что-то надо. Опа, хватает. И тут дальше у меня уже ручки хода нет. То есть я вот это закрутил на первую, а хода дальше у меня нету. Нормально все. Так, теперь попытаемся сбросить его на седьмую скорость. Поехали. Опа, есть. Есть, отлично, все. Здесь мы сбросили, здесь на седьмую, и дальше хода уже тоже нету. То есть регулировка настроена, я считаю, правильно, на данную цепь. Значит, тросик, он постоянно растягивается. Постоянно приходится вот это немножко подкручивать, подкручивать, подкручивать. А когда, значит, вот эта вот резьба, конец этой резьбы уже дойдет сюда, примерно миллиметров 5, то надо здесь потом подтянуть тросик, опять вот это закрутить до конца, а этот тросик здесь подтянуть и опять по новой. То есть эта регулировка, она постоянная. Может быть, даже за день придется раза два ее здесь вот регулировать. То есть вот этим винтом растянулся немножко тросик, подтянуть его немножко в эту сторону. Такой нюанс я обратил. Значит, вот эта фирма вот такая вот, да? Значит, переключатель должен быть вот этот. Тоже такой самой фирмы. Ну, ребята тут он шаману купили вот эту. Ход вот это, значит, у нас штуки, рипсы, должен соответствовать движению вот этого, значит, у нас механизма. Вот, ну как вы заметили, что, значит, здесь вот цепь перекидывается, бывает нормально, а бывает вот через одно перекидывается. Почему? Потому что ход вот этого, значит, рипса, я так считаю, может быть не прав, но я так считаю, что ход этого рипса не соответствует ходу, значит, вот этого, значит, у нас механизма. То есть, к чему я это клоню все, то у нас необходимо покупать это такой фирмы и вот это точно такой фирмы. На данной системе стояла вот такая грипса. То есть она здесь вот фиксации нет, здесь просто трещотка такая. Но в этой грипсе, значит, вот это вращение, значит, большее. Здесь вот где-то на 90 градусов поворачивается. То есть чем больше вот этот ход, тем, значит, движение тросика больше будет. А вот в этой, которую поставили, вот этого шимана, здесь где-то градусов на 60. Вот семерка стоит. Вот это пальцами будет видно. Все. Ну, 80 где-то есть.
Вот, а у этого ход больше. Из-за этого, значит, нет возможности переключить на вот эту, на первую скорость. Вот, то есть надо покупать какой механизм этот, такую грипсу надо к нему покупать. Это, чтобы она соответствовала этим делам всем. Ограничение хода. Значит, вот это у нас винт ограничивает ход от колеса. Значит, сбрасываем здесь мы на седьмую скорость. То есть на самую маленькую шестеренку. Вот так вот раз. Но вот чуть он не доходит. Вот я его беру, чуть подкручиваю туда. Уперлась. И оборотик назад. Нормально. Вот этот у нас винт. Значит, фиксирует ход в ту сторону. Переключил на вторую передачу. И его подгоняю сюда, этот винт. Раз. Чуть уперлась. И назад немножко. Все. Настройка готова. Маленькие нюансы. Когда будете выбирать, обращайте внимание на вот эти все люфты. К примеру, вот этот новый, значит, у нас, а вот этот уже люфт ведь имеет на этой оси. То есть раз его взяли здесь вот запятую, вот этот пощелкали, вот так вот, ага, люфт есть. Значит, другой посмотрели. Итак, всем спасибо за внимание. Вот на следующем видео я вам покажу, как вот этот механизм работает. Этот механизм покруче, и они имеют очень правильное, значит, движение. Здесь вот более усовершенствовано, я не знаю, он, видимо, подороже. Всем всего хорошего, хорошего сезона, чтобы у вас не ломались велосипеды. Всем удачи!